звонят вам, срочно надо явиться. Либо же будет заведено дело, типа, дезертирство, типа, 10-15 лет. Ну вот, пошел, говорят, отправим. Где-то недалеко тут будете. А так попал в Киев. Президентский полк. Приехали, насадили. Говорят, будете по Киеву, дадим вам машины. Будете по Киеву ездить, типа, там, дезертиров всяких ловить, контрдиверсионные группы. На президентском полку дали машины Берлинго, хавалы китайские. Ну, в общем, гражданские машины, пирожки. У нас были небронированные будки, в которые ты едешь 5 человек совсем на, ну, там, на корточках. И... Ну, я думал, у нас просто, типа, это ж президентский полк. У них все показательное. Всем показать. Вот мы, когда нас потом отправили в Полтаву, мы там приехали, какой-то там у них тоже капитан был, который ездил на пикапах с пулеметами, и он нас везде таскал по городу, типа, смотреть беспилотники. А по факту он просто рисовался нами, потому что, ну да, у нас были нормальная броня, чистая форма и вот так. Был типа штаб, потому что всех туда вызывали. И его там разбомбили, и мы лежали, и, в общем, не знаем, что делать. Нас бьют. Дали задачу какую-то. У того, у кого хоть что-то осталось, там какие-то позиции готовить, но у нас ничего не осталось. Поэтому говорят, а ваш взвод будет поставлена задача наблюдать. Там где-то в лесу, туда-сюда. Говорят, берите окопывайтесь. Мы попросили лопаты хотя бы. Они говорят, найдите в домах. Потом на второе место куда вели, ну я там не был, ну там возвышенность, а под низом, ну там метров 200 наши машины разбомбили. Ну понятно, что тут все пристрелено. На обмен пойдешь? Ну да. Хочешь на обмен? Хочешь туда ты? Нет, ну ты понимаешь, что если тебя обменяют, ты пойдешь опять воевать. Нет. Я не пойду. Что, не пойдешь воевать? Нет. А как? Тебе что, мы сейчас тебя передадим твоему руководству? Ты пойдешь? Нет. Не пойду любым способом. Я же говорю, я... Когда там лучше здесь, не свои. Ну, лучше так. Я же говорю, лучше дитину побачу через 15 лет, чем никого.